Самые талантливые, активные и амбициозные студенты собрались в зале Московского государственного института культуры в Химках. Повод – значимый старт уникального образовательного проекта. Олимпиада «Я профессионал» – соревнования для студентов, которые дают возможность в дальнейшем построить успешную карьеру. Об Олимпиаде рассказал один из организаторов проекта Дмитрий Юрков. Олимпиада «Я профессионал» – это масштабный федеральный проект, который проводится на базе президентской платформы России «Страна возможностей». Мы сегодня на базе Московского государственного института культуры открываем уже 7-й сезон Олимпиады. Призываем всех на Олимпиаду регистрироваться. Олимпиада «Я профессионал» направлена на проверку как теоретических знаний, так и прикладных компетенций. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. Участники пробуют свои силы в одном или сразу нескольких из 73 направлений. В этом году площадкой для проведения направления креативной индустрии стал МГИК. Мы с вами в 7-м сезоне, приложив колоссальнейшие усилия, всю свою организационную, все свои способности, творчество, мысли, ум, а самое главное, звездность нашу МГИКовскую, достигли того, что выиграли проведение этого сезона. Студенты МГИК готовятся принять участие в Олимпиаде «Я профессионал». Начало конкурсных испытаний 14 ноября. На территории образовательного учреждения часто проходят мероприятия различной направленности. Наши студенты обязательно участвуют в этом замечательном мероприятии. У нас много различных олимпиад, и, кстати, в этом году мы впервые вышли на международный уровень. Открытие Олимпиады – не только выступление почетных гостей и организаторов. Еще это яркие творческие номера от студентов МГИК. В зависимости от набранных баллов выявят призеров, победителей и медалистов Олимпиады «Я профессионал». Они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры, а также получат консультацию по составлению резюме. Все это поможет начать карьеру в лучших компаниях страны, партнерах проекта. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.